Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске рубрики «Справочник соотечественника» мы расскажем, какие виды пенсий выплачиваются россиянам, проживающим за рубежом, и куда подавать документы, если вы претендуете на пенсионные выплаты. Как сообщает сайт Пенсионного фонда Российской Федерации, граждане России, перебравшиеся на постоянное место жительства в другую страну, имеют право на следующие пенсионные выплаты. Страховые пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, кроме социальных пенсий. Доплаты к пенсиям, связанные с трудовой деятельностью, например, летчикам, шахтерам, ядерщикам и выплаты за особые заслуги. А также дополнительное ежемесячное материальное обеспечение ветеранам Великой Отечественной войны. Отметим, что назначение пенсии возможно, если гражданин России переехал жить за рубеж как до, так и после наступления права на назначение пенсии по российскому законодательству. Граждане, проживающие за границей, имеющие регистрацию по месту жительства или пребывания на территории России, заявление о назначении пенсии и необходимые документы подают в территориальный орган Пенсионного фонда по месту регистрации в Российской Федерации. Личный прием граждан, не имеющих регистрации на территории России, осуществляется Департаментом по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. Соотечественники, проживающие за рубежом, которые не имеют возможности приехать на территорию России, могут подать заявление о назначении пенсии и все необходимые документы почтовой связью или через онлайн-приемную на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. В 2020 году руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и председатель правления Пенсионного фонда России Максим Топилин подписали соглашение о предоставлении нового сервиса для соотечественников, проживающих за рубежом. В скором времени, чтобы получить консультацию сотрудников ПФР, достаточно будет обратиться в местный российский центр науки и культуры с запросом организовать видеоконференц-связь. Более подробную информацию вы сможете найти на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.